Привет, мои дорогие друзья, доброго утра, доброго вам дня. Мы сегодня как-то неожиданно решили все-таки еще раз поехать в Милан. Очень вам понравился атлет, который я показывала в прошлом видео, поэтому я решила, что нужно вам показать его поподробнее. От нас до Милана 80 километров, поэтому да, мы часто туда ездим, если есть возможность. Раньше возможности не было, потому что с малышкой все-таки тяжеловато. Сейчас уже второй раз, вторые выходные у нас. Свекровь моя любимая, дорогая, забирает Эмили на одну ночь на выходных. И у нас есть такая возможность, мы думали сидеть дома, или что делать? И решили, блин, что сидеть дома? Вот, поэтому посмотрим его и покажу вам шопинг. А я не всегда рад, потому что мы там можем вкусно поужинать. Малышку взяли припарковать. Здесь, кстати, масло вкуснейшее, хлеб свежайший, который... Собираешься, собираешься, а потом такие зеркала, которые тебе показывают просто уродом. И ничего ты с этим не поделаешь. Кто мне говорил, что я не поправилась? Смотрите. Видите? Бока, живот поправилась. Особенно штаны. Мы остановились в отеле 50 House. Такой современный отель, недавно его или отреставрировали, или построили. Ладно, потом покажу современное искусство. Там было Louis Vuitton, Supreme. Здравствуйте. Бета. Слушайте, знаете, что поняла насчет ресторанов? Потому что я когда в России жила, еще маленькая была, для меня, для нашей семьи поход в ресторан, это было всегда связано с каким-нибудь событием. То есть просто так на ужин мы в ресторан не ходили, мы ходили там что-то отметить. Поэтому было такое торжественное событие, и поэтому вы красиво одевались, вы там готовились к этому как-то. Здесь же, и что касается Ани, для него поход в ресторан и для многих в Европе это просто чтобы поесть.
То есть, когда тебе лень готовить дома или не хочется, или хочется хорошей какой-то, хорошей качественной еды, кухни, то вы идете в ресторан. Поэтому для вас это не праздник, для вас это совершенно нормально, и вы одеваетесь нормально, вы можете, я не знаю, пойти погулять, зайти в ресторан, то же самое, потому что мне очень часто говорят, типа, на, ты, вы вообще выходите там в кроссовках, в джинсах постоянно в рестораны, какие-то некрасивые, типа, в ресторан нужно красиво одеваться, а здесь просто, ну, это не праздник, чтобы пойти в рестораны, мне кажется. Да это даже не в Европе, мне кажется, это все даже больше в России становится нормальным. Просто зайти в кафешку пообедать, также зайти в ресторан и покушать. У меня есть видео на канале, и я показывала то, что мы и с одной звездой Мишлена абсолютно спокойно с собачками ходим, они у нас там спали спокойно, мы в джинсах, в кроссовках, поэтому проще нужно быть в этом плане. И вот так вот. Мы, в общем, сейчас пришли в отель, заселились. Сейчас, потому что мы не нашли парковку там сразу же, решили, ладно, мы же машину здесь припаркуем и поедем уже на такси. Пойдем сейчас в Димак Аутлет, я вам его сниму, хорошо покажу. Никогда не видела такую машинку, Малипуська. Идем. Вот, решили прогуляться пешочком, потому что у нас до Димака 20 минут пешком. Точнее, не вызвал Uber. Отменил. Потому что потом с покупками уже не прогуляешься, правильно? Лучше сейчас прогуляться. Погода прекрасная. Так, вот сюда мы хотим в следующий раз пойти попробовать отель. Сейчас сколько стоит. Ребята, решили пройти по Монте Наполеоне, потому что в прошлый раз вам ее показывала, было очень много интересных луков, интересных модников, прям стрит-стайл. Поэтому я думаю, что нам с вами сегодня повезет. Смотрите, какой новый мужской Dior стиль спортивный. Красиво. Но это лучше у Димки на канале смотреть. Он красиво витрины показывает. Дизайнеров. Я так, пробежаться. Много-много людей, а? Да, кстати, чем отличается вот такой вот... Аутлет небольшой от аутлетов, которые расположены за пределами города. Здесь есть отличный аутлет Сировали, он находится между Миланом и Турином, в таком небольшом городке. При выезде из города огромнейшая территория, где все фэшн-марки, у них есть свои магазины, там и Dolce Gabbana, и Fendi, и Prada, и мультибренд, ну вообще все, очень многие. И они туда свозят все старые коллекции и продают их за хорошие цены. Но там что удобно, что ты приходишь под определенного дизайнера, под определенную марку, ты заходишь в магазин, то есть ты знаешь, что тебе нужно, допустим, я не знаю, D&G, ты к ним приходишь, ты смотришь, там могут быть несколько размеров. Размерная сетка довольно шире представлена, чем вот в таких... Куда мы с вами сегодня идем? Это Димак. Их вообще три в Милане. Смотрите, мы идем по улице. Вот там вот оперный театр. И вот по этой широкой улице, в конце, не доходя до арки, справа будет находиться этот аутлет. Разница, что в этом аутлете собраны все дизайнеры, которые там могут найти. То есть там нету ни отдельных отделов под какого-то дизайнера или под какую-то марку. Поэтому там нужно реально долго искать, чтобы что-то интересное откопать. Вот это Armani отель. По этой улице мы проходим новый ресторан. Кто в Милане, чтобы живет или часто бывает, я объясняю, чтобы было немножко понятно. А адрес вот сейчас напишу здесь. Вот, и в таком аутлете, как Димак, там собрано максимальное количество марок, просто максимальнейшее. Там можно найти
старую коллекцию Стеллы Маккартни. Там можно найти Баленсиага, там можно найти такие неизвестные, но очень значимые итальянские марки с хорошим качеством. Итак, ребят, смотрите, не доходя до арки, вот он, дизайнер Fashion Outlet. Сюда и заходим. Снимаю чуть-чуть вам, ребят. Смотрите, какие сумочки Dolce & Gabbana. По ценникам. 2200 стоило, сейчас 1200 стоит. Так, сумки я тоже хотела посмотреть, кстати. Мы тут как-то с Димкой были. Особо вижу здесь немножко проблематично, потому что у меня 37 размер, а 37 размера мало. 40. Зато тех, у кого 35 размер, допустим, здесь ждут такие находки сумасшедшие. По таким сладким ценам. Какие хорошенькие. 35,5, офигенно. Кстати, смотрите, вот стоили. Сейчас за 85 евро продается. Стоили 520. Хоганы. О, 37. Но это не в моем. Так, в плане обуви здесь что-то вообще ничего интересного нету, если честно. Так, это Селин. Ой. 40. Ну почему 40? Такие клевые сапоги. Сколько они стоят? Стоили 1500, а сейчас за 745. Такие вот классические сапожки здесь абсолютно спокойно можно найти. Рюкзачки, Moschino, смотрите. Старенькая коллекция, старенькая. Очень крутая куртка из Баламаран. Вообще крутая, но не очень приятная на ощупь. 650 сейчас за 315 отдают. И не, что-то лень смотреть наверху что-то. А, я вам могу здесь пока мужского немножко показать, потому что мужское мне нравится намного. Просто шикарные. Дисквайрит. Самаран. Смотрите, даже тренди есть. Стоили. Ну, здесь не очень большая скидка. А сколько кошельков? Украшений. А Самаран какие клевые. Жалко, у меня они такие не любят. Но на этих прям не очень большие скидки. Джинсы. Такие люблю сумки. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько стоит. Это Off-White, что ли? А, стоило 1000. Продают за 577.
В такой жаре даже мне тяжело. Макс Мара, прекрасная водолазка, 132 евро. У меня вот это вот тоже Макс Мара Weekend. Очень они всегда удобные. Дольче & Габбана. Стоило 500 за 255. Случайно попали. Я хотела сократить, а в итоге здесь не оказалось окошко, куда можно прошмыгнуть между домами. Они все слиплись, и поэтому нам нужно все обходить. Какой красивый барбершоп, старый-старый. Смотрите, какая прекрасная. Желатерия. Мне лень одевать маску и заходить туда, но я вам сейчас покажу немножко с улицы. Смотрите, какая красота. А я пошел за минеральной водой. А здесь прям такое окошко. Так, вот мы идем в следующий дима, который находится вообще недалеко от предыдущего, ближе к центру. Какое пальто шикарное. Слушайте, тут еще хорошие кроссовочки, но моего размера ничего нету. Валентина. 36 все практически. Дождь, это просто жесть какая-то. Мы не смогли уехать в такси, потому что там огромнейшие пробки. Все просто стоят. Мы хотели зайти. What happened there? Паркинг на 5 песо. О, gosh. Тут вообще какая-то фигня. Открытие, наверное, магазина. Вот я решила зайти в Риношета, потому что мне нужны светлые сапоги, типа коричневых. Или светло-серых. Ну, в общем, посмотреть, что тут интересного еще есть. Потому что иногда можно найти. Я знаю, что это мужская шляпа, но как вам? Мне кажется, мне прям идет. Здесь вообще что-то странное. Говорится, очень много полиции в бронежилетах, защитах. Знаете, с такими, которые с щитами. А там что-то на площади происходит, наверное. А, смотрите, галерея закрыта. Она всех отправляет. О, боже. Там какое-то опять шествие-происшествие. Так, всех выгнали с площади. Все... Очень странно. Я вам скажу честно, не очень приятно сейчас здесь находиться. Смотрите. Вот, я про что говорю, что все стоят.
ощущение, что готовится что-то здесь. Все стоят.